Мы имеем честь представить вам интервью с ученым-мыслителем, мастером кундалини-йоги, создателем методики работы со многими зависимостями, с Яковом Маршаком. Мы задаем ему сложные и простые вопросы и ищем параллели между современной и традиционной медицинами. Мы занимаемся аюрведическими методами терапии. Аюрведа опирается на теорию Панчи Маха Бхут. Это 5 первоэлементов – земля, вода, огонь, воздух, эфир. И мы знаем, что эти 5 первоэлементов воспринимаются человеком через органы чувств – зрение, слух, осязание, обоняние и вкус. И вот сегодня речь пойдет о курении, о задействовании такого органа чувств, как обоняние и нос, и как это влияет на формирование, как формируется зависимость от курения, что нужно сделать, как можно помочь пациентам. И со своей стороны мы хотим создать метод доступный, чтобы его можно было применять в обычной жизни. Мы проводим методы очищения тела, то есть создания свободного пространства, и потом заполняем это свободное пространство новыми мыслями, новыми вибрациями. Вот. Ну и как же достичь этого освобождения от привязанностей? Что такое привязанности? Что такое зависимость? Спрашиваем у Якова Маршака. Слушайте, задавайте ваши вопросы. Что-то через нос, да? Затрудненная. Вот. Поэтому, когда они курят, то первые затяжки обычно бывают самыми привлекательными. Угу. Первые одна или две затяжки. Что происходит? Вот как вы сказали, что проникает через решетчатую кость, через эти вот отростки нейронов трактус альфакториус, проникает вещество, которое называется гармин. Угу. Это один из трептаминов, который является быстрым ингибитором мономиоксидаза. То есть мономиоксидазы подавлены, моноаминов много, и человеку хорошо от этого. И вот самое здесь важное – переход из плохого состояния в хорошее состояние и рождает привязанность к этому. А если человеку бывает хорошо и еще лучше, то это не привязывает. А курильщики, они привязанные. Поэтому для того, чтобы бросить курить, надо овладеть нетикрией и использовать вот такой антагонист никотиновых рецепторов, да. Он называется Чампекс или Варениклин. Его настоящее название Варениклин, generic name, продается он чаще всего под именем Чампекс. И он дает возможность не страдать от отсутствия сигарет. Вот, это должно быть двухкомпонентное лечение. К сожалению, не все знают. Не все знают даже про то, что гармин содержится там, какую роль он играет. Ну да, механизмы мало кто знает. Ну, те, кто занимается именно тем, ну вот, руководит людьми, которые, вот врачи, которые, собственно, заняты тем, реабилитацией курильщиков, даже они не знают очень часто. Так что, если вы об этом расскажете, тоже хорошо. Но я, знаете, надо сподвигнуть кого-нибудь, ну, применить эти методы и прям вот рассказать людям, как это просто. Просто как это просто. Да. Ну, спасибо. Особенно сейчас, вот, когда ковид. Когда ковид. Если делать нете. Часто, да. Вот, джаванете, то... Ну, сколько раз можно в день вот делать джаванете? Сколько хочешь. Это абсолютно безвредная процедура. Ну, несмотря на то, что это вода, всегда, да? Да. Вот придешь откуда-нибудь, хоть ты и в маске. И промыть. Промыть? Ну, И туда, и обратно. Дело в том, что там, помните, такие вот три этажа дырок из носа глотки в ротоглотку. Хуаны. Так что надо просто все поверхности промыть. Для этого надо делать
обильнее, чем просто вот... Просто заливание туда-сюда. Да. Просто вот интересно было бы, если бы у вас были пациенты, и лекарственные масла попробовать, ну вот, ну и в реабилитации тоже, ну, есть рецепты уже, ну, как бы древние, да, которые можно, я думаю, что они тоже бы хорошо работали. Ой, ну вот я вернусь. Да. Итак, вы слышали, что Яков Эммануилович обещал вернуться, и мы все очень ждем его возвращения. А пока у нас есть время, мы собираем группу людей, которые заинтересованы в том, чтобы освободиться от этой зависимости, но не с точки зрения каких-то приказов, да, своему телу, а именно мы хотим сформировать новые привычки, новые мироощущения, распознать причины зависимости, да, потому что у нас при дисбалансе первоэлементов есть всегда, ну, психологические причины. Мы поможем человеку избавиться от физического недомогания, от этого чувства, когда вот вам было плохо и вам было, и становится хорошо. Для этого мы проведем мини-домашний вариант панчакармы. Мы проведем несколько обучающих семинаров в этой группе. Мы проведем занятия по кундалини-йоге, самое главное, дыхательные практики. Научим людей практиковать методы улучшения оксигенации, улучшения оксигенации мозга, гипофиза, гипоталамуса, специальные пранаймы будем делать. Этим, естественно, займусь не только, мы будем заниматься в рамках центра Мишель Экзортье, но и в то же время будем привлекать специалистов и мастеров кундалини, будем ждать возвращения очень Якова в Москву, потому что мы знаем, что у него еще кладезь идей и по поводу зависимости пищевых, что есть питание Prana Food, которое мы активно используем, есть методики избавления от наркотической зависимости, и мы ждем новых интервью, новых открытий. А вас, друзья, приглашаем, записывайтесь, оставляйте заявки, мы формируем группы небольшие, человек по 5-6, мы будем заниматься и отрабатывать метод на основе традиционных и современных методов лечения. Будем освобождать и заполнять пространство. Так что ждем вас на нашем канале и получайте информацию правильную. И будьте здоровы и счастливы!